самотеком, то есть благодаря перепаду высот камера наполнялась, и также происходил водосброс. И вот что интересно, здесь на канале Москвы южный склон, он как раз самотечный. Здесь есть насосы, которые помогают выравнивать уровень воды в камерах шлюзах, но наполнение и сброс воды здесь происходит самотеком. Химкинское водохранилище находится выше, чем нижняя отметка южного склона. Мы с вами спускаемся примерно в каждом шлюзе где-то на 15 метров в каждой камере. Камерки очень часто, где-то весь южный склон около 6 километров занимают, но на нем находится единственное на канале имени Москвы два двухкамерных шлюза. Это вот седьмой, который мы с вами проходим, и восьмой, который нам еще предстоит пройти. Вот сейчас мы как раз отшвартовались от стенки и переходим к следующую камеру через сегодняшний улицу. Ну и немножко про архитектуру шлюза. Владимир Клинский, очень интересный архитектор. Расцвет его творчества пришелся вот как раз на 30-е, начало 40-го.